Вообще студенчество связано с тем, что я научилась играть на гитаре. Вот. До этого в школе была музыкальная школа, вокально-инструментальный ансамбль, я играла на юнике. Потом начался педагогический вуз. Это я к тому, что Марина там про свои медицинские заморочки, а у нас-то конкретно педагогические же они. Поэтому песни из этой серии. Кроме того, я училась на историческом отделении. И вот у нас была такая песня, если я вспомню, конечно, все слова. Гимн археологов. А вообще очень многие песни в студенчестве по Сереже перекликаемся, потому что подруга у меня чудесная общалась с вашим штабом пионерским, нравится? Вот эти орлянские песни, вот это все студенческое время. Сейчас попробую.